Я нахожусь в городе Махачкала, и сегодня у меня прогулка по улице Дзержинского. Улица Дзержинского начинается от улицы Магомеда Гаджиева и заканчивается на улице Лермонтова. Это начало улицы. Сегодня 5 апреля 2021 года, понедельник, на часах 12:40. Температура воздуха сегодня плюс 19 градусов по Цельсию. Длина улицы около 1 километра. Я успеваю перейти на зеленый свет.
Здесь находится продуктовый рынок номер 2. Но сегодня он не работает. Это пересечение с улицей Батарея.
Здесь заканчивается улица Дзержинского в городе Махачкала. На этом моя прогулка завершена.